проект соглашения об урегулировании вопросов двойного гражданства не предусматривает и не может предусматривать возможность приобретения россиянами гражданства Республики Абхазия, потому что в самом проекте соглашения в первой же статье содержится положение о том, что вопросы приобретения гражданства будут регулироваться национальным законодательством. То есть вопросы приобретения абхазского гражданства будут регулироваться, определяться нашим законодательством о гражданстве. И данное соглашение не может подменить собой закон о гражданстве.